Мне кажется, что наша культура – это и есть вот этот больной ребенок сейчас. И государство ее не тянет. Вот сейчас при нынешней ситуации и тем более не потянет. Интересный разворот, Роман. Вы согласны, что у нас будет аудитория, готовая вот к такой вот благотворительности? Пришел в музей, в театр? Мне вообще кажется, что меценатство – это чисто русское понятие.